Қамақтағы оппозиция лидері Өмірбек Текебаевке Қырғызстандағы таасирдүү саясатчылардың бірі Феликс Кулов кирип чықты. Бір саат сөйлөшу учурунда алар көп темаларда сөйлөшүүгө үлгүрүшкөн. Шарт жайы тууралуу майдабаратты үстүртөн кеп кылды. Сөздөрүнөн улам жашаган шарты дурус экенин түшүндүм. Болгону таза абага чыкпайт экен. Бул анын коопсуздугу үчүн деп түшүндүм, дейт Феликс Кулов. Дворика нет, он гулять не может. Изолирован фактически. Я спросил, почему такие условия? Но он объяснил тем, что, будучи депутатом, он активно вел борьбу в законодательном плане с организованной преступностью, готовил разные проекты по борьбе с преступностью. И поэтому, видимо, учитывая вот его такую работу как депутата, и руководство ГСИН посчитало, что есть определенная угроза для его жизни. И когда они переговорили с Омурбеком Черкешевичем, было бы такое, видимо, обоюдное решение принято, что он должен находиться все-таки отдельно от остального контингента, который там находится. Потому что вдруг какие-то провокации или еще что-нибудь. И поэтому здесь нельзя не осуждать руководство ГСИН. И в то же время мы понимаем, что условия содержания, конечно, ограниченная свобода, это все-таки не очень хорошо. Текебаевдин жок жерден жала менен камалып кеткенин саясатчылардын бардыгы айтып жатышат. Андагы бийлик тарабынан кайдагы бир Маевский деген шылуунга Текебаевдин атын каралоо операциясы кылдат ишке ашырылды. Коррупцияда айыптап, а бирок аны сотторда далилдеп бере алган жок. Мыйзамсыз камалып отурса да өзүнүн абалынан дагы өлкөнүн тагдыры көбүрөөк ойлонтуп жатканы мени таң калтырды, дейт Феликс Кулов. Мне понравилось то, что он больше думает не о своем положении, а вот что нужно сделать, что нужно изменить. И сегодня, например, вот так получилось, что, исходя из своего опыта, допустим, мое личное мнение, что мы все-таки должны учиться хотя бы на своих ошибках. Говорят, умные люди учатся на чужих ошибках, но у нас не получается. Вы знаете, Конституция все-таки поспешно принималась, да? И мы исходили из того, что переход к парламентской форме управления – правильное решение. Буга чейин экс-президент Роза Отунбаева да Текебаевке кирип абалын сурап чыккан. Ал лидердин духу сынбаптыр, ден соолугу жакшы, саясий лидер калыбында оптимистик көз карашын эркин бекем сактаптыр деп айтып чыккан. Он выглядит хорошо, бодрый, очень такой хорошим было расположение духа, условия содержания, он не жалуется на них. И он полон оптимизма на то, что, безусловно, он будет и за себя бороться, и он думает о тех путях, которые всех нас выведут вперед. Партиялаш депутаттардан тышкары башка фракция депутаттарынан Исхак Масалиев, Жанар Акаев абактагы Текебаевтен кабар алышты. Алар лидердин маанайынан тарта уакытты кантип өткөрүп жатканына чейин коомчулукка маалымдашты. Ал тургай чыккандан кийинки пландарын айтканын айтышты. Мен Кайрат эскерчиче пландарын түзүп 2020 жылында шайлоого мондай программа бар. Элине барып мондай айтам деп Кайраттан отур. Текебаев мыйзамсыз кармалып УКМК абагына камакка алынгандан бери жогорку кеңештен бир топ депутаттары кирип чыгып абалын сурап жатышат. Төрага кезинде Чыныбай Турсунбеков өзү баштап, фракция лидерлери киришкенде арасында Өмүрбек Бабанов жок эле. Анда Текебаев Бабанов да келип бул жакты көрүп алса болмок, эмне бар, эмне жок, баары күтүлбөгөн жерден чыгат экен деп тамашага салганы көпкө чейин айтылып жүрдү. Текебаевдин ошондогу көрөгөчтүгүнө азыр таң калгандар толтура. Ал эле эмес, анын айткандарынан дээрлик 99% дал келип жатат дегендер көп.